Всем привет, ребята! Убираем елочку сейчас. Сейчас Диана будет ее разбирать. Вот, пора избавляться уже как бы старый Новый год. Все прошел, поэтому надо убирать. Ну и все остальное также надо убирать, будем уборочку делать. Ребята, наконец-то весь этот дурдом новогодний закончился. Все сняла. Все. Сейчас готовлю здесь. Вообще, я собрала здесь еще пирог с капустой испечь. Здесь у меня тушится, ну, в процессе все идет, кстати. Капуста тоже с рисом, мясом. В общем, очень ароматный и вкусный. Рецептик тоже снимаю, поэтому лампа включена. Вот, будет вкусненько, аппетит. У меня, кстати, в семье такое просто обожают. Если кому-то интересно, как я тушу капусту с рисом и мясом, то посмотрите на канале «Мастер своего дела». Я постараюсь скоро уже выложить это видео. Действительно очень удачно. Диана помогла мне елочку разобрала. Так, сейчас покажу. Видите, темно, как у меня. Она ушла, кстати. Ой, свет мигает вообще. Вот. Все, мы здесь, в принципе, тоже сняли гирлянды. Вот, перещелкнулся. Вот почему он перещелкнулся? Не знаю, что у нас со светом стало. Вот, как-то так, наконец-то, честно, мне уже как-то надоело все это. Просто я рано украсила квартиру, и поэтому мне все это прям поднадоело. Вот, вот, теперь могу отдыхать, да, от всего этого новогоднего. Вот это еще уберу. Все, что в коробке, это у меня все в шкафу хранится. Ну и как-то так, это Дианины книги отдаю, читала. Сегодня вечером, наверное, съездим немножечко развлечься, отдохнуть надо. Рутина, работа, все как-то меня съедает постоянно. Домашний этот быт еще тоже. И вообще я сейчас очень много опять стала работать. Раньше вроде как прекратила сидеть до полуночи. Сейчас опять это возобновила. До двух могу сидеть работать. Но как-то ночью лучше работать, я вам скажу. Днем, да, я совмещаю работу с делами домашними, поэтому, ну, не всегда это все полноценно получается. А вот ночью, да, когда все спят, я вся в работе, вся в ноутбуке. В общем, как-то так. Вернулась на кухню, сейчас буду продолжать снимать дальше. По поводу пирога хотела еще сказать. Пирог, который сейчас буду готовить тоже. Вот это тесто, оно очень удачное, прям мега удачное. Я часто не только пироги делаю, а и пирожки небольшие, да. Вот для духовки оно прям идеально подходит. Поэтому если вы не знаете, да, как вам приготовить дрожжевое тесто удачное, то вот рецептик я вам рекомендую искренне, от души, часто им пользуюсь. Поэтому советую вам. Можете на канале «Мастер своего дела» посмотреть. Так, ребята, день подходит к концу. Но я все-таки пирог-то приготовила. Сейчас я покажу вам. Мы сейчас собираемся, ну, как я вам и говорила, отъехать немножечко, развеяться. Вот, на пирог. Пирог. Красавчик, переворачиваю. Ребята, он такой ароматный. Вы даже не представляете. На весь дом аромат стоит. Просто, я не знаю, мега-мега. Конечно же, он горячий сейчас. Я его даже не стала убирать с противня. Тогда уже приеду, досниму видео. Разрежу его, покажу видео, да. В общем-то, ну, это просто что-то чем-то. Кстати, у меня сейчас в духовке, я себе делаю вот отдельно, прямо себе делаю хачапури. Один единственный. То есть у меня немного теста осталось, и я вот делаю. Вот, ну, а всем остальным пирог с мясом. Ой, можете сделать потише. Мы, кстати, выехали. Почему у меня камера не фокусирует? Ё-моё. Это вот в 4К она не фокусирует. Будем ловить фокус. Снежная зима. В этом году она хотя бы снежная. Хотя бы снег есть. Ну, конечно, не вау, как его много, но есть. А морозы какие были. Но сейчас уже нет, кстати. А сколько сейчас за бортом? -2. Это еще как-то. Ну все, нормально. Сейчас через 2 дня начинается почти плюсовая температура, там, с понедельника. Ну да. Да-да-да. Улочки нашего небольшого городка. Начнем с
пошла на «Аватар». Я такое не смотрю. А ты такой смотришь? Да, в принципе, мне вообще без разницы. Привет. Привет. Тебе без разницы, на что идти? А, кстати, я не знаю, она мне сказала, что в Воронеже показывали его уже в декабре, что ли, в конце начали. А у нас его только 2 дня здесь, и все. Вот сейчас. Сейчас посмотрят, скорее всего, не факт, что 2 дня. Сейчас посмотрят, скорее всего, сколько будет. А посещаемость? Ну, посещаемость. От этого потом уже будет отталкиваться, смотреть, все остальное. Возможно. Что, мы сначала на вал перестали? Да, на вал. Сейчас это. За заказом ездить. Ну, это он себе там чего-то там. Ой, как хорошо, я убрала сегодня эти все украшения. Уже так надоело. Вот у людей, я смотрю, еще все мигает. Да, еще елку надо вынести. Ну это же. Только не сегодня. Это же не я. Это же не мои проблемы. Я свою функцию выполнила. Не, ну елку Синдиана разбирала. А, молодец. Всю елочку разобрала. Там еще с окна эти гирлянды сняла. Приехали, Женя пошел, я не пошла. Потом мне еще нужно сгонять в Пятерочку, что докупить. Вот. И на этом, наверное, все. Кое-что купить, докупить, это я имею в виду для съемки, для рецепта. Вот. И на этом все, как бы, рабочие моменты закончены. Хотя я стою сейчас напротив Пятерочки, можно было бы сюда сходить, но конкретно здесь нет того, что мне нужно. Вот, как бы, да, Пятерочки, а везде. Что еще хотела сказать, пока вспомнила, ребятки, я вас всех приглашаю к себе в ВК, на страницу, конкретно на страницу. Честно вам скажу, я даже не думала вообще развивать страницу ВК. Это как-то само собой получилось, и сейчас там действительно очень много друзей. И, то есть, я так понимаю, что эти друзья, они как бы добавляются, наверное, с Ютуба, ну, конкретно не с этого Ютуб, да, канала, а с Ютуб канала «Мастер своего дела». Поэтому я всем вам очень рада. Огромное спасибо. Вот. И если вы еще не со мной, я также буду вам очень рада. Кстати, у себя на странице я стараюсь публиковать вот свою обычную жизнь, рецепты со всех каналов. То есть там у меня вот полностью, наверное, вся информация обо мне. Поэтому я вам очень рада. Человек, затарившийся на вал, бежит. Женя забрал все. Ой, я думала, он все забрал. Он не все забрал, представляете, он еще побежал. Там, походу, очень-очень много всего пришло. Вот видите, у нас здесь и Пятерочка, но в эту Пятерочку я, честно вам скажу, я вообще не любитель в нее ходить, я не знаю. Здесь как бы, ну, я не знаю почему. Не нахожу я то, что мне требуется. Вот. Обычно Пятерочка возле дома мне как-то больше нравится. Там он идет, кстати. Что-то еще тащит. Я не знаю, сколько там всего заказал. Обалдеть. Там уже Диана пишет, можно за ней ехать.